Предлагал я ему кедровое, обычное, в скорлупе. А он говорит, я такое, говорит, не ем, говорит. Это не престижно, говорит. Голуби куда-то улетают все время. Но наличие ястреба в парке, солнце. Иди сюда. Ах ты, злодей. Солнце, ты не доел, Слышь, ты не доел. Давай, говорит, доем, что ли? Доем. Ну, вообще, он пришел не за орешками, за этим. Это я так предложил ему. Ему нужен молодой фундук. И чем, говорит, моложе фундук, тем лучше. Тревожно в парке, а он пошел посмотреть, чего там происходит где-то. Ну, он обиделся. На самом деле обиделся, потому что я-то, говорит, пришел за молоденьким фундуком, неопытным. А мне дают какую-то ерунду. Старые кедровые орехи, говорит, дают. Еще того года, говорит. Злодей, иди сюда. Бегает туда-сюда. Убежали. А там у меня три белки, кстати, сидят. Это я сейчас насыпал туда в кормушке только что. Сидим, говорит, едим. Я, кстати, думал, вот эта вот, которая залазит в кормушку, это тигра. Но это не тигра. Тигра куда-то пропала. У нее тоже такой хвост полосатенький. Ты куда, говорит, лезешь-то? Это что такое вообще? Прогнал мелочь пузатая, прогнала взрослую белку. А там, кстати, еще одна белка появилась. А ту, которую прогнали, она вон, говорит, обиженная. Я, говорит, сижу обиженная там. Побежала. Вы, говорит, меня обидели. Я, говорит, побежала, говорит, я от вас. Вот этой белки, которая справа сидит, из деревянной кормушки ест, у ней за каким-то ухом, по-моему, не буду врать, за левым, по-моему, ну, точно не помню. Короче, у ней там проплешина, там кожа видна. Что бы это могло быть? Она дикая, этой белки дикая, там что-то чей-то хвост еще мелькает. Я повесил еще с той стороны кормушку. Белки, чтоб туда тоже лазили. Сидим, говорит, едим. Ну ладно. Вот он прибежал. Я, говорит, вернулся. Собака прибежала. Но она в наморднике. Но все равно страшно. Без поводка всех разогнала. Белки в шоке там сидят. Это что такое, говорит? Почему правила парка не соблюдаются, а администрация на это смотрит сквозь пальцы? Это почему так, говорит? Это же кто придумал правила-то? Неужели парковые правила сама администрация игнорирует? Так же не должно быть. Это белки, говорят. Я-то молчу вообще. Белки в шоке, да. Это как так? Мы пришли, говорит, орешки есть, а тут собаки бегают. Это что такое? Не, ну хорошо, что это... Я всегда говорил, если у вас бегает собака без поводка, то хотя бы наденьте на нее намордник, чтобы она не покусала никого. Вот собака в наморднике. Я, конечно, против того, чтобы бегала без поводка, но если уж бегает, то хотя бы в наморднике. Это плюс хозяйки. Ну, минус то, что без поводка. Но лучше так, чем и без поводка, и без наморника тут бегают на свободном выгуле здоровые собаки. Лучше так. Вообще, наверное, было бы хорошо, если бы собаки тут бегали какое-то время. В наморниках, я имею в виду. Это, я имею в виду, кошки бы сюда бы не пришли бы никогда бы.
коты, кошки. Белки в шоке. А если бы собака еще гавкнула, то они бы сидели минут 10 бы. Боялись бы, сидели. Мы, говорит, сидим, боимся. Ну ладно, такое видео. Потихонечку я спускаю, ребят. Чуть-чуть. Ну ладно, все. На этом все.